Приветствую вас. Ага, во-первых, если вы смогли донести до своего молодого человека примерно то же самое, что сказали нам, то есть вот, то, что вы тяжело, например, перенесли расставание ваших родителей, то есть вы тяжело пережили развод. Вот, если вы до молодого человека могли донести то же, что донесли до нас, вот, то я, честно говоря, думаю, что он вас поймет, потому что ничего такого вот прям совсем страшного вы не сделали, ничего такого прям совсем ужасного не произошло, ничего такого прям вот совсем криминального не было. Ничего криминального абсолютно не случилось. Вот. И я думаю, что если вы просто донесете до него ну вот тот факт, что вам действительно больно, вам действительно тяжело, вам действительно трудно все это переживать, если вы сможете до него это донести, если вы искренне расскажете ему об этом, вот, ну, я думаю, что он отнесется к этому, скорее всего, с пониманием, я думаю, что он отнесется к этому, скорее всего, с сочувствием, вот, к вам, я так думаю. И, в общем-то, я думаю, что он вас простит. Другое дело, другой вопрос заключается в том, что вы не можете до сих пор это принять, это ваши родители развелись. Вот. Другое дело, то, что вам вот как-то очень тяжело на самом деле это все принимать. Вот, и мне кажется, что вот на этот момент, именно на этот момент, вам нужно обратить свое внимание, опять же, потому что травмированность ваша, травматичность тем, что произошло, да, она, конечно, ну, как-то вот дает о себе знать, да, и мне кажется, что будет лучше, если вы признаете, что это проблема, если вы признаете, что такая проблема все же есть у вас, такая проблема существует, вот, и просто-напросто будете, допустим, с ней что-то делать, с этой проблемой, ну, просто вот с ней что-то делать, вот, например, обратитесь, к примеру, к психологу за помощью, да, вот в принятии этого аспекта, за помощью в корректировании этого аспекта, например, ну и так далее. То есть мне кажется, что это будет лучше, потому что, ну, допустим, вы можете попросить у человека прощения, вы правда можете это сделать, но кто знает, когда эта тема всплывет еще раз, кто знает, когда эта тема всплывет вновь, да, тема ваших родителей, и как вы на нее отреагируете снова. Вот, поэтому мне кажется, что имеет смысл просто признать, что такая проблема существует, просто признать, что вас это по-прежнему травмирует, вот, и дальше уже исходить именно из тех моментов, то есть в дальнейшем исходить именно из того, что вам нужно, из того, что вы хотите, из того, что вам
нравится, что вам интересно и так далее, то, что вас волнует. То есть не зажимать ни в коем случае в себе свои чувства, свои эмоции, свои переживания. Вот, потому что есть ощущение, что вы делаете это, вот есть ощущение, что сейчас есть ощущение такое, что сейчас вы делаете именно такой момент. Есть ощущение, что сейчас вы действуете вот именно в этом направлении, в направлении того, чтобы зажимать свои эмоции, зажимать свои чувства и так далее. Есть ощущение, что делать именно это. И я не думаю, что это хорошо, я не думаю, что это хорошо для вас. Вот. Поэтому как раз таки момент, он в том и заключается, чтобы вы пережили это наконец. То есть объективно это тяжело, объективно это очень травматично, когда родители расстаются. Возможно, у вас есть обида на, ну, допустим, есть обида, например, на того же отца, который вас, возможно, бросил, возможно, вы считаете, что он вас бросил, вот, и так далее. Что бы там ни было, как бы там ни было, вас это продолжает травмировать, вас это продолжает беспокоить. И возможно, что с этим стоит работать. Но, ибо мне кажется, что вы знали, вы прекрасно знали, что молодой человек плохого вам ничего не хочет. Прекрасно знали, что молодой человек просто спросил, возможно, потому что ему интересно, из-за чего это произошло, если он хочет с вами в будущем создать семью, например, или что-то вроде того. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь вот такая история, мне кажется, здесь такой момент не совсем, конечно, приятный, да. Но тем не менее. Поэтому я думаю, что если вы искренне донесете до человека, что вас волнует и почему, если вы искренне донесете до него, до своего мужчины, то, что вы хотите, если вы донесете до него то, что вами, к примеру, двигало, то, что вами, к примеру, управляло, то, что вас, к примеру, расстроило, если вы искренне расскажете ему о своих чувствах, то ситуация вполне возможно подкорректируется, ситуация, возможно, будет гораздо лучше, чем сейчас. Вот, потому что молодому человеку тоже, наверное, полезно было бы узнать, что вас травмирует, что вас беспокоит, а что можно, к примеру, вам говорить, да, а что нельзя. Вот. Я думаю, что такой можно дать вам, в общем и целом, ответ на вопрос, на ваш, вот. Конечно, вызывает некоторые сомнения то, что вы пытаетесь спрашивать, то есть то, что вы спрашиваете, вот как вам поступать, некоторые сомнения это вызывает, потому что, ну, на мой взгляд, вы, получается, не доверяете здесь своим чувствам, на мой взгляд, вы не доверяете своим эмоциям, вот. И если это так, то это, конечно, тоже некоторая часть проблемы, на которую нужно обратить вам свое внимание, потому что если вы не доверяете своим чувствам, то и искренней
соответственно, быть вы, вероятно, не сможете молодым человеком, ну и вообще не только молодым человеком, а вообще с окружающими вас людьми, вот. Поэтому тут такая история, подумайте, что нужно лично вам, да, подумайте, в чем нуждаетесь, вот, лично вы, да, подумайте, и, соответственно, где-то вот, там, на стыке вот этих аспектов, и будет, соответственно, ответ на вопрос, что вам дальше делать и как вам дальше поступать. Вот. Ага, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если понравился, буду благодарен за оценку его в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.